Ну что, сегодня мы зарабатываем в самом необычном месте, прямо в самолете, поэтому давайте посмотрим, сколько мы заработаем за этот полет. Смотрите, в этой игре я просто глажу вот таких вот котов и уже заработал 129 тысяч монет, а это 200 рублей. А в этом приложении мне платят реальные деньги за каждый клик. Итак, начнем с приложения Friendly Cat с котами. Это проект разработчика, чью игру я вам недавно показывал, которая называется Mailboxes, с которой я тоже вывел уже там, по-моему, несколько сотен рублей. Помните, где мы посылки переносим? И если сравнивать это новое приложение с его прошлым Mailboxes, то, друзья, здесь намного быстрее прокачивается ваш уровень, а значит, вы намного быстрее и больше зарабатываете. Я решил не начинать сейчас на камеру тестировать эту игру, как я это обычно делаю. Я потратил уже вчерашний весь день, и вы видите мой баланс, 129 тысяч монет, это почти 200 рублей. За это время, друзья, я полностью понял, как здесь зарабатывать, нашел всякие баги, фишки и лайфхаки для ускорения дохода, поэтому, друзья, давайте всем сейчас этим с вами поделюсь. Ну а потом то, что я заработал, будем выводить. Ну и да, в процессе протестируем с вами вот это интересненькое новое приложение для полностью пассивного дохода. Итак, Friendly Cat. Тут мы подходим просто к вообще абсолютно любому рандомному вот этому коту. Нажимаем погладить и вот так его несколько раз гладим. Ну и, соответственно, за это получаем, как видите, 15 монет. Но по факту от 10 до 15. Находим на карте следующую цель, следующую котейку. Подлетаем, жмем погладить. Оп-оп-оп-оп-оп, вот так забили, все, 15 монет есть. И таким образом бегать здесь, зарабатывать можно бесконечно. Я не знаю, хоть 10 тысяч этих котов за день погладить можно. Но изначально, друзья, ваш доход будет фиксированный. 10 монет за каждого кота. И по мере роста вот этого вашего уровня будет расти и ваш доход. Смотрите, как видите, когда вы заканчиваете глажку этого кота, то помимо того, что вы получаете деньги, у вас еще прибавляется один уровень. То есть одна единичка, заполняется вот эта шкала. И как только вы погладите 5 котов, то полностью вот эта шкала по всему кругу заполнится. И у вас прибавится один уровень. Ну и примерно 4-5 таких поглаженных котов подряд прибавляют один целый уровень. Вот смотрите, мы погладили, опаньки, полосочка немножечко заполнилась. Соответственно, чем выше ваш уровень, тем больше вы монет за каждого поглаженного котика получаете. До 10 уровня это 13 монет, начальная оплата. От 10 до 50 уровня это уже 12 монеток. От 50, будьте внимательны, до 80 уровня немного больше, 13 монет. И все, что выше 80 левела, это максимальная оплата 15 монеток. У меня, как видите, уровень уже нехилый. Я, как и сказал, вчера весь день потратил. Ну и, соответственно, друзья, за каждого кота, за абсолютно любого кота на этом поле, я получу по 15 монет. И я, друзья, реально заметил, если сравнивать с вот этой вот прошлой игрой от этого же разработчика, где вы таскаете вот эти вот коробки, то в новом приложении уровень копится быстрее, потому что здесь вот этот человек очень долго, как видите, несет эту коробку. При этом уровень и оплата прибавляется также. А тут вы между котами бегаете очень быстро. Вот, буквально нажали, не знаю, 3-4 секунды прошло, все, кот поглажен. Подходите к следующему, гладите. И да, друзья, смотрите, примерно через каждые 2-3 кота появляется вот такая короткая реклама. Ее не надо смотреть до конца. Вот крестик появился, сразу закрыли, все, деньги начислили. Так что она особо вам не мешает. Но я знаю, многие из вас, друзья, чтобы не смотреть эту рекламу, отключают интернет, начинают играть, быстрее зарабатывают, пытаются вывести деньги, ничего не получается, а потом мне в комменты пишут, зачем ты показываешь игры, которые не платят. Нет, друзья, все подобные приложения 100% платят, и платят они только тем, кто играет честно и не пытается обмануть разработчика. Поэтому, если вы здесь, друзья, отключите, вот как я сейчас, интернет, у вас сразу же появится вот такая плашка «Нет подключения к сети». Так что, друзья, играем честно, и тогда все выплаты мы получим. Ну и как вы знаете, с большинства способов, которые я показываю в своих видео, я стараюсь выводить деньги, проверять это все, трачу на это кучу времени. И сегодняшний проект не исключение, уже несколько часов в нем проиграл, поэтому, друзья, оценивайте обязательно видос лайком за старание и давайте выводить. Итак, раздел с выводом здесь замаскирован. Чтобы его активировать, вам надо много-много-много-много-много раз вот так вот прокликать
на уровень персонажа. Есть, пока не появится вот такой вот разделчик. Соответственно, здесь указан курс монет. 16 тысяч монет — это 25 рублей. У меня, как видите, 129 тысяч таких монеток. То есть мы 129 тысяч делим на 16 и умножаем это все на 25. По итогу я заработал 201,5 рубль. Я думаю, по факту здесь, друзья, можно заработать за день и больше, чем эта сумма. Может, на 230, даже, может, 250 рублей. Но в таком случае вам по-любому придется сидеть прям несколько часов подряд и тыкать. Это немного тяжеловато, поэтому вы уже сами выбираете, хотите вы этого или нет. Кстати, друзья, зарабатывать по 250 рублей каждый час, играя в игры, можно на еще одном новом, интересном игровом проекте под названием Evergaming, о котором я рассказал в своем, друзья, втором телеграм-канале, где я публикую разные сайты и схемы заработка без вложений, о которых либо мало кто вообще знает и говорит, либо о которых я не рассказываю на ютубе. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на мою эту телегу. Тут новые способы, как видите, публикуются каждый день, а иногда по два раза в день. Ссылка под видео. Итак, выводит это приложение на Payeer и Yumani. Вам надо просто вписать номер любого из этих кошельков. И, как вы поняли, друзья, и минималка, и максималка на вывод — это 16 тысяч монеток, то есть это 25 рублей. Поэтому, если вы хотите вывести, например, 50 рублей, то вам надо два раза создать заявку. Соответственно, нажимаем «Обмен», все. У нас часть суммы списалась. Ну и раз у меня 200 рублей на балансе, то мне надо сделать еще 7 заявок, как я понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, шесть, ну всего 7. Супер, соответственно, заявочки у нас созданы. И ждем. В прошлом проекте этого разработчика мы тоже сделали много заявок на вывод, но по итогу получили один платеж на кошелек. Как тут будет, сколько это займет по времени, понятия не имею. Пока ждем, друзья, идем к следующему новому проекту, который сильно зацепил мое внимание. Он называется Bitcoin Mining. Здесь мы получаем по, как видите, 0.00002 биткоина за каждый клик. То есть это получается 0.12 рублей за каждый клик. Да, друзья, именно этой оплаты, как вы уже поняли, меня этот проект и привлек. То есть за 100 кликов мы заработаем 12 рублей, за 1000 обычных кликов в одну точку 120 рублей. Вы спросите, но в чем подвох? Если честно, друзья, я пока что подвоха не нашел. Может, его и нет. Единственный подвох, который я заметил, тут есть ограничение на количество кликов в день. Это 350 штук. Как видите, за каждый клик списывается 1 единица энергии и не восстанавливается, поэтому, скорее всего, надо ждать полного восстановления до завтра. Но все равно получается, что если мы, друзья, получаем 0.12 рублей за клик, то за 350 ежедневных кликов мы будем зарабатывать по 42 рубля. То есть это всего за несколько секунд кликов, потому что, да, реально эти 350 кликов можно сделать, я не знаю, за сколько, ну, за 5 минут. Но я кое-что нашел в этом приложении, что уже сегодня может принести вам 4500 рублей, и их можно будет вывести. Друзья, от вас уже только не лайк, а подписка на канал за то, что я каждый метод разбираю настолько детально. В общем, смотрите, если здесь пригласить всего лишь 5 человек, то вы за это, друзья, получите выплату 0.00072 биткоина. То есть это, друзья, получается 4300 рублей за 5 человек. И, кстати, на этом все. То есть дальше приглашать, как я понял, не надо никого, потому что вы за это оплату не получите. Ну и меньше пригласить нельзя. То есть вот 5 человек приглашаете, и, видимо, эта полоска заполняется, и вы получаете эту награду. Минималка на выплату здесь 0.00035 биткоинов. То есть это получается, как видите, аж 2000 рублей, довольно-таки много. Но вопрос, друзья, выводит это приложение или нет, по факту. Потому что, ну, сами понимаете, супер подозрительно высокая оплата. Честно говоря, я пока сам лично не знаю, потому что только что нашел это приложение, не успел его проверить, потому что был занят вот этим прошлым приложением. Поэтому, друзья, у меня есть много подозрений, что это приложение, ну, не такое, может быть, уж и честное, как кажется. Тем более, у него довольно много неоднозначных отзывов. Кто-то говорит, что там не выводит, кто-то говорит, выводит. А кто-то говорит, что меняется минимальная сумма для вывода и поднимается до нереальных прям показателей. При этом вот видно, да, здесь на скриншоте, не в отзывах, а от разработчиков скриншот, минималка на выплату вообще другая. Ну, то есть, да, не супер высокая, но другая, не такая, как у меня. Короче, я решил в целях безопасности не буду публиковать ссылку на этот проект под видео, а просто покажу его главную страницу в Google Play. Кто захочет, тот найдет и скачает. А в ближайшее время постараюсь, друзья, в нем максимально быстро заработать минимальную сумму для вывода. И если я успешно выведу деньги и получу их на свой кошелек, то опубликую об этом пост в своей уже основной телеге. Если нет, то тоже сделаю пост, что деньги не пришли, и закидаем тогда это приложение жалобами. Так что на мою основную телегу подписываемся, друзья. Как всегда, инфа будет там, ссылка под видео. И, кстати, предупреждаю, если вы вдруг заработаете минимальную сумму быстрее меня, начнете выводить, и это приложение что-то потребует оплатить,
ни в коем случае этого не делайте. Ну, вы знаете. Просто напишите об этом в комментариях у меня в Телеграме, и тогда мы с ребятами, с моей командой это все увидим и будем делать выводы. Ну и вот, друзья, пока я вам это все рассказывал, минус сколько? 10-15, не знаю, прошло. Выплата с Friendly Cat нам пришло на Payeer. 200 рублей одним платежом, как из прошлого приложения этого разработчика. Супер. А также обязательно посмотрите видео о трех приложениях, каждый из которых зарабатывает вам деньги самостоятельно и практически без вашего участия. На этом все. Пока.